Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, и мы продолжаем играть драконы в Всадники Олуха. Так, забираем с тобой 35 рун. Ну-ка, беззубик. Ох ты, 107. Подожди-ка, а нам... Так, стоп, сколько остров стоит? По-моему, 4300, или я ошибаюсь. Или 4600 стоит, сейчас посмотрим. Сейчас мы с тобой посмотрим. Блин, вспомнить бы. Вот он, да? Блин, 4500. Блин, рановато. Но уже около темы. Так, я сейчас этих быстренько поотправляю. 77. Ну, слушай, неплохо таскает-то нам. Очень даже неплохо. Так, 450, да, требуешь? Пока постоишь у меня, подождешь. Так, этого отправим за рыбой. Этого тоже за рыбой. А с этим что у нас? 113. Ладно, пускай пока за древесиной летит. Так, что у нас? С рыбой прям завал такой. Так, окей. Ну что, опять там начинает вот этот тылинь-тылинь, пилика. Сейчас, блин, бесит вот это, ребят. Вот это вот пиликанье очень сильно раздражает меня. Потому что это какой-то штекер там отходит, USB-шный. И на что он влияет, я не знаю. Он может влиять, например, на микрофон. Что микрофон потом будет шуметь. Что не только вас, но и меня тоже очень сильно раздражает. Так, ребят, ну что, давай его. 2700. Блин, нам даже не хватает с тобой железа, ребят, чтобы его прокачать. Нам не хватает железа. Ну, я думаю, что мы, наверное, успеем набить. Так, давай посмотрим, что нам тут. Сарделька. Блин, пак. Видал, какой пак был классный? Интересно, что там в нем было, а? Нам никогда такого пака не видать. На халяву причем. А вон, 4 руны дадут. И, как говорится, радуйся, что тебе дали 4 руны. Ах, пускай летит драконий край. Так, ну что у тебя? Дай вот эту штуку мне. Да, конечно. Я же говорю, держи карман шире. Так, ну а ты че? Понятно. И чем ты нас угостишь по итогу? Угу. 10 рун. Ну, спасибо хоть за 10 рун. 6 из них мы потратили, чтобы его отправить опять в приключение. Так, здесь посмотрим, что нам выпадет. 10 рун? А, 12. Ну, давай в приключение. Полетел. Так, беззубик, что нам с тобой делать? А нам с тобой делать только одно. Да, родной, ты уж извини, конечно, но нам с тобой здесь только лишь одно. Это искать вот эти штуки. Пускай летит. Остров Бронекрыла. Йохан, что-нибудь дашь мне путевой сегодня? Слушай, ну нормально. Очень даже, ребята, выгодная сделочка была. Причем недорогущая, если честно, по нашим мерочкам. Так, ну что, этих ребят, наверное, надо... Блин, не хватает. Давай его отправим. Так, древесины, да, нам нужно. И древесины нужно так, достаточно приличное количество. Ага. Так, сколько он там требует? 450. Ладно, ребят, я отправлю его все-таки на поиски. А этот все у нас сидит, буржуй. Да неужели? Да неужели он стал титаном? Ну, наконец-то. Ворчун стал титаном. Так. А почему тут фиолетовым главное так вот?
отмечено почему-то фиолетовым. Непонятно, ребят. Остров целителей. Лети. Так, ну что, ты соскучился без меня тут? За полмесяца, считай. Неиграбельности. Так, секунду. Что мы с тобой еще не взяли здесь? Понятно, здесь, как всегда, кувшинчик. Так, отправь легендарного дракона на поиски. Ну, я это сделал. Задание выполнено. И это все со своими гнездами. В принципе, по драконам у нас получается, ребят, все. Кажется, да? Или, подожди, или не все. И, по-моему, здесь где-то внизу еще, да. Вот теперь все, ребят. Так, заходим сюда, забираем наши награды. Мы как раз с тобой получим одну из наград. Ага, спасибо. Приходи и учись. В сокровищницу. Да-да, как же. Блин. Никак, ребятушки, нам придется выставлять. Придется ее выставлять здесь. Ну, а что поделаешь, если у нас нету там ничего. Так, и сезон коллекции. 150 тусклого янтаря. Что опять? Подожди, еще что-то? А. Ну, тут вроде бы все. Здесь заберем с тобой пак. Бесплатный, загадочный. Так, Грумель, Громобой, Пристиголов. Угу. Так, и давай поглядим с тобой на события. Ну, у нас, как всегда, друзья мои, у нас, как всегда, когда я захожу, у нас события, блин, 2 дня до него. Пипец какой-то. А что мне тогда делать? У меня, по-моему, все забито. Все забитыми этими паками. Ну, можно, ребята, сыграть 3 поединка. Я думаю, ничего с нами не случится. Мы не обломаемся. Ну, что? Найти цветок. Маленький стоит там. Какое-то яйцо такое знакомое. Осталось-то 2 дня. Да нет, конечно, я не успею, ребят. Что я там за 2 дня сделаю? Ничегошеньки. Ну что, поехали тогда с тобой пробежимся по заданиям. По этим. Ну а фиг ли делать? Давай посмотрим. Так, секунду. Начнем, наверное, с этого. Но не вздумай только сюда щелкать. Блин, с понижением. С понижением это плохо, друзья. Да, 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 он сразу же несется, сломя голову. Сюда сейчас бомбанет. Ну, в общем, одним словом, Барсика мы потеряли. Это уже однозначно, ребят. Топ в этом сомневался. Халявщик несчастный. Давай сделай так. А этот будет опять бежать сейчас со своим разбегом. Хмырь, а? Голожопый. Так, пробивной и добивка. Так, ну что, друзья мои, как-то так у нас победа. Ну, 33 кубка, это понятное дело. И нам выпадает, ребята, обычный пак, к сожалению. Да, мне это тоже не нравится. Обычный пак. Я обычно, ребята, это все вырезаю и пропускаю, но сейчас пускай оно будет. Так, обычный пак. Да, я все равно хочу начать. Обязательно надо начинать. Ну и что? Так, новый поединочек, ребята, у нас тут, ага, вот такие вот бойцы. А
змеевик начинает выпендриваться. Блин, как-то мы его бомбим-бомбим и... Странно как-то, очень странно. Мы его даже не смогли вырубить. Парадокс какой-то. Хм. Смотри, что делает. Два понижения, ребята, сделал. Вот хлыщ. Так, ну этот пристеголовый, что он делает, ребята? Он шмаляет огнем. Боль нам шмаляет. А вот теперь этот парень полностью наш. Ну и, друзья, мы сейчас его просто распишем. Он будет промахиваться, что бы он тут ни делал. Какие бы огнеплюи свои тут не устраивал, ему здесь не выжить. Так, прекрасненько. Так, ну, кубков, понимаешь. Нам дали миллион рыбы. Он, конечно, нас здесь особо не спасает. Вот, и идем с тобой на последний заключительный поединок. Сразу же, несмотря, ребят, схватку. Выбираем. Блин, как бы мне от Барсика прокачать до 20 уровня? Хотя бы, ребят. Так, ну и что ты? Угу, вот так вот решил. Ну, нам надо гасить в любом случае вот этого первого. Он же у нас похищает энергию. Сколько по... Ого. Ну, начинается, короче. И ты, ну-ка... А, он промахнулся. Он, ребятушки, промахнулся. А это сейчас с разбега кого-то накумарит. Я, кажется, знаю кого, ребят. Да-да, именно Барсика. А этот добьет. Хм. А вот это для меня, ребят, было удивление, если честно. Он для него, что ли, оставил Барсика специально? Так, он сейчас опять, ребят, будет разбег делать. Серьезно? Просто так тупо промахнуться? Ну, извиняй тогда. Просто, ребята, с разбега. Такой усиленно, усердно бежал и просто не попал. Так, ну что, еще миллион рыбы. И сейчас, ребята, мы с вами забираем пак. Ой, пак Одина. Как это? Пак вождя, ё-моё, Одина. Так, шторморез, громорог, кривоклык. И все? И все, вот так вот мало вы дали. Вы что, серьезно, что ли? Вообще, ребят, нас в последнее время принижают как только могут. Ну что это? Выдали мне. Иди учись давай. 91 уровень, серьезно? Давай идти за древесиной. Ну, тут, в принципе, друзья мои, наверное... Так, подожди, я с этим еще... С блестящим янтарем не закончил. Вот так вот. Все, друзья мои. На сегодня будем тогда закругляться и, как говорится, до новых скорых видосиков.